Городской округ Люберцы продолжает избавлять от незаконных объектов торговли. На этот раз под принудительный снос попал павильон в поселке Октябрьский. Разместить на этом месте торговую точку администрация разрешила в 1999 году, но на ограниченное время – 5 лет. По истечению этого срока владелец киоска не продлил договор аренды и не зарегистрировал право на собственность. Данный объект примыкает непосредственно к федеральной трассе Новорязанское шоссе М5 «Урал», что приносит дополнительные неудобства и опасность. Собственник был за месяц предупрежден, на контакт не выходил. Арендаторы, которые здесь вели хозяйственную деятельность, уже покинули данное помещение и съехали 13 числа. В этом году в городском округе Люберцы прекратили свою деятельность 10 торговых объектов, расположенных вдоль вылетных магистралей. В основном очистка от незаконных построек прошла на Егорьевском шоссе. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.